Откроем первое послание Коринфянам, вторую главу, прочитаем 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих». Итак, апостол вначале в первой главе, заявив о данном ему Христом повелении проповедовать в простоте слова, и также указав причину такого повеления, чтобы не упразднить креста Христова, это была первая из трех рассмотренных нами причин, потом во второй главе возвращается к этой первой причине, как бы иллюстрируя ее примером своей проповеди. Проповеди, которую слышали христиане вот в этом городе, в Коринфе. Напоминая им то, что они собственными ушами слышали от него. Мы в прошлый раз говорили об этом фрагменте второй главы, который завершается пятым стихом. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вся эта преднамеренная такая простота апостольского слова имела целью донести божественную истину до сердец этих впоследствии уверовавших, не отвлекая их, не развлекая их человеческим мудрствованием, светским мудрствованием и ораторством. Чтобы именно истина о спасительной жертве Христовой, она оказалась единым объектом их внимания и основанием их веры. Чтобы не Павел оказался объектом их внимания, а это истина. Чтобы не о нем говорили после этой проповеди, а о том, что они услышали в проповеди. Апостол вот таким образом обеспечил свободу действий Духу Божию через его слово, который и привлек этих слушавших к себе и изменил их сердца. Но вот с 6 стиха, который мы вначале прочитали, Павел переходит уже к несколько другой теме. Если перед этим с 17 стиха 1 главы и по 5 стих 2 главы апостол говорит о благовестии, то есть о свидетельстве неверующим о Христе, чтобы они уверовали, то здесь апостол начинает говорить о мудрости, проповедуемой уже между совершенными. Это уже не неверующие люди, не приближающиеся. Это уже принявшие истину. Иными словами, речь здесь уже об учительской проповеди. Ну, здесь, конечно, может возникнуть вопрос об этих совершенных. Кто они? Если принять во внимание слова Павла из послания к другой церкви, к Эфесской церкви, где в 4 главе записаны знаменитые слова «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» – это 13 стих, то Коринфян, как кажется, придется исключить из этой категории. Потому что у них не только не обнаруживалось вот этого единства веры и познания Сына Божия, они, напротив, стали раскалываться на разные богословские школы, но и даже в самом поведении у них наблюдалось такое, что, по словам Павла, у язычников нельзя было найти. О каком совершенстве тут может идти речь? Так кому же тогда апостол Павел проповедовал эту мудрость? Может быть, каким-то избранным среди Коринфской церкви. Ну, не все же там были, которые так сбились с пути. Были там и здравые члены церкви, те, например, которые написали ему письмо о положении в их общине, понимая, что это ненормальное положение. Может быть, им так на ухо проповедовал что-то Павел. Но это не похоже. Да, вообще, и само это его послание, адресованное всей церкви, оно как раз несет такого рода мудрость, которая не для неверующих, не для приближающихся, а для самой церкви. Давайте подумаем. Если верующий достиг совершенства,
вот о котором пишет Павел Ефесянам, возрос в полный возраст Христов, обрел познание Сына Божия уже в такую меру, что всякий, достигший того же уровня познания, он будет мыслить точно, как он мыслит. Потому что там, на вершине познания Христа, там разномыслий нет. Потому что истина одна, и постигшие ее все обретают одно и то же ее разумение. Ну, о чем проповедовать такому человеку, который этого достиг? Чему его учить, если проповедующие и учителя не знают не более, чем он знает? Обратим нам внимание на вот эту четвертую главу послания к Ефесянам. Приведен нами 13 стих о совершенстве. Это лишь окончание мысли. В более полном виде она выглядит так. Читаем вот с 11 стиха 4 главы к Ефесянам. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И вот оказывается, что все вот эти дары и одаренные ими служители, апостол здесь, вот вы заметили, он перечисляет только тех служителей, которые, служение которых заключалось именно в слове. Они все предназначены не для таких возросших и достигших совершенства, но для тех, кто еще не пришел к нему, чтобы их привести вот в это упомянутое совершенство. Вот обратим внимание, приведенный текст начинается словами «И он поставил», дальше идет что у нас, перечисление служителей, и тут же указывается как бы временная граница их служения, доколе все придем в описанное совершенство. До тех только пор, пока все его достигнут. А далее уже достигшим это служение не нужно, они в нем не нуждаются. И таким образом, если апостол говорит Коринфянам, что со своими сотрудниками он проповедует мудрость между совершенными, то ясно идет речь не о тех, достигших упомянутой высоты, коим уже не нужны учителя, а как раз для тех, кто нуждается в этой учительской проповеди. Но если так, то почему же они названы совершенными, когда у них недостает такого совершенства? Здесь есть несколько причин. Вот разбирая первую главу этого послания, мы уже сталкивались с похожим вопросом. Только там, это второй стих первой главы, там речь шла о святости, которую, по нашему разумению, тоже очень трудно приписать коринфской общине. Там были большие проблемы с нравственностью. Однако Павел именно так и поступает. Он называет этих верующих святыми, он называет их призванными святыми в своем приветствии. Мы говорили о том, что помимо отделенности для Бога, что является одним из значений понятия святости, есть еще одна причина сохранения коринфскими верующими вот этого звания, несмотря на проблемы, которые там возникли. Рождаясь свыше, человек обретает и святость, уже во втором даже ее значении, в смысле чистоты, как дар, как вложенная в него Богом способность жить свято, не грешить. И вот обретаемому человеку следует в ней возрастать, то есть развивать ее, для чего ему необходимо постоянно заботиться о непрестанном ее утверждении через общение с Господом, через постоянное ее применение. То и другое не всегда удается верующему человеку, в особенности не очень опытному, ввиду того, что мир этот противодействует ему. Но несмотря на все эти промахи, какие допускает верующий, особенно в начале своего христианского пути, пока вот эта способность, пока это свойство присутствует в нем, Бог рассматривает его с точки зрения вот этого его дара, как обладателя святостью во Христе.
Это возможно благодаря Христу, благодаря Его жертве. Его кровь омыла этого человека, а сам Спаситель предстоит перед Отцом как ходатай. Он представляет этого человека перед Отцом Небесным, будучи свят и совершен, так что Бог взирает на святость своего Сына, а не на проявление ее недостатка верующим в отдельные моменты его жизни. И нечто подобное происходит и с совершенством, которое включает в себя и святость. Когда человек рождается свыше, и Дух Святой нисходит на него, он оказывается как бы миниатюрной копией Иисуса. То, что рождается от Бога, оно свято. Помните, рожденное от Бога не грешит. Вот эта внутренняя духовная сущность, рождаемая от Бога, она свята, в ней нет никакого изъяна. Если нет изъяна, значит, она совершенна. Все это, конечно, должно в нем расти. Это его духовный рост, цель которого – мера полного возраста Христова. И наличие вот этого совершенства вначале как потенциала для развития, она позволяет отнести такого человека к категории совершенных. Потому что даже в самом начале, когда еще нет опыта и сделаны лишь только первые шаги по христианскому пути, такой человек сравнительно со своим прежним возрожденным состоянием, он совершенен. Он совершеннее всех, кто остается в мире и еще не познал Христа. Совершенным Слово Божие именует людей, которые возрастают в данном им совершенстве, идя к его высшей степени, о которой мы говорили. И если человек получил это совершенное начало и, пребывая во Христе, совершенствуется, то есть растет возрастом Божиим, это обеспечивает ему достижение вот той великой цели, о которой мы говорим, потому что Бог возрастит его в эту полноту совершенства. И это еще одна причина и повод для Господа именовать таких людей совершенными еще до того, как они достигли этой полноты, до того, как они возросли в меру полного возраста Христова. Знаете, это вообще присуще Господу давать имя в соответствии с назначенной целью, хотя эта цель еще пока не достигнута. Вот вспомним, Авраам получил от Господа новое имя. У нас это двойное «А». Авраам, правильнее, наверное, читать было бы «Абрахам». Первое его имя – Авраам. Оно означало «Великий Отец». А полученное от Бога, оно означало уже «Отец множества». И этим новым именем Бог назвал его тогда, когда не только никакого множества еще не было, но даже обещанный Исаак еще не родился. Он бездетен был. И апостол Павел в послании к римлянам, в 4 главе, он вспоминает вот эту историю и говорит о Боге, что Он воскрешает мертвых и называет несуществующее как существующее. Но знаете, все-таки самой главной причиной, почему человек, рожденный свыше, уже именуется совершенным, еще не достигнув той наивысшей степени совершенства, она состоит в том, что рождаемая в нем внутренняя его сущность, она действительно не имеет никакого изъяна. Она действительно совершенна. И Господь после этого рождения рассматривает этого человека с точки зрения вот этой родившейся сущности, рассматривает его как существо духовное, а не плотское. И таковым он считает его до тех пор, пока его промахи, которые иногда случаются, они проистекают лишь только из его плоти. Если это вдруг начинает исходить уже из сердца, когда сердце соглашается с грехом, это уже катастрофа. Это уже духовная смерть. По всем вот этим причинам коринфяне все-таки попадали в категорию совершенных и оставались в ней до тех пор, пока вот эти их проблемы, показанные в апостольском послании, в двух апостольских посланиях, все-таки являлись такими частными, временными, как бы детскими болезнями их церкви, и не овладели ими, превратившись в их
внутренний закон, в норму для жизни. В этом последнем случае это была бы уже потеря этого совершенства, потеря духовности, потеря этого дара, который был заложен в них при их сотворении Христом, то есть при их рождении свыше. Ну, надо сказать, что коринфяне, очевидно, избежали такого падения, потому что из второго послания видно, что они в целом очень хорошо реагировали на обличение апостола Павла. Они не зазнались настолько, чтобы отвергать то, что им говорит апостол. Итак, в разбираемом 6 стихе 2 главы 1 послания Коринфянам апостол употребляет понятие «совершенный» в отношении уверовавших и обратившихся, ставших христианами, то есть рожденных свыше людей, коим уже не нужно благовествовать о Христе, как не знающим Его, но необходимо посвящать уже в глубины учения, в мудрость, которая им назначена. Соответственно, несовершенные – это те, кто находится, ну, в нерешительности, колеблясь и не зная, что им делать, принять Христа или не принять. Таковым глубины учения не преподаются, им все еще нужно благовестие. И, конечно, в эту категорию попадают и те, кто вообще вдали от Христа. Словом, все это люди, природа которых остается ветхой и неизмененной Словом Божиим и Духом Святым. Это не рожденные свыше. Никаких новых свойств, которые происходили бы от Христа и роднили бы их с Ним, они не имеют. Итак, вот этим совершенным, о которых говорит апостол, проповедуется мудрость. Павел тут же спешит уточнить, что под мудростью он ни в коем случае не понимает ту мудрость мира сего, которую он старательно избегал в своей проповеди Христа. Он-то избегал ее не потому, что среди коринфян было очень мало образованных, интеллектуально развитых людей, и они просто могли ее не понять. Не по этой причине. Он избегал ее потому, что она никуда не годится для познания истины. Это мудрость отвергшего Бога разума людей и отвергнутого Богом разума людей. Она не содержит в себе богопознания, потому что она никогда не занималась этим познанием Всевышнего. Она не имеет отношения к вечности и не указывает туда дорогу. Она просто не нужна для спасения. Апостол Павел 7 стихом говорит: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Павел, мы видим, перечисляет некоторые характеристики этой проповедуемой им премудрости, которые резко отличают ее от мудрости этого мира. Во-первых, это премудрость Божия, как говорит апостол. Она не есть плод ума людей, она рождена самим Богом. И это значит, что она отражает взгляды Бога на все сущее. Разумеется, такое ее происхождение, оно обуславливает ее высоту в сравнении с мудростью века сего, ее истинность, которой не обладает мудрость этого мира. Авторы синодального перевода, стремясь подчеркнуть ее превосходство над мудростью человеческой, употребили для ее обозначения слово «премудрость», которое в русском языке по смыслу является высшей степенью мудрости. Но надо сказать, что это просто усердие переводчиков. В тексте оригинала этого различия нет. Там в обоих случаях стоит слово «София», то есть «мудрость». Итак, вот далее в перечислении свойств этой мудрости от Бога или премудрости апостол называет еще два, говоря, что она тайная и сокровенная. Ну, это вроде бы два таких сходных понятий, но разница между ними все-таки существует. Тайное – это неизведанное, неизвестное, может быть, незамеченное, составляющее загадку, но все эти свойства они могут описывать обладающий ими объект как просто еще неисследованный. Но они совсем не подразумевают, что он не может быть исследован, этот объект.
Однако вот следующее слово «сокровенное», оно указывает на еще одну особенность вот этой таинственности божественной премудрости. «Сокровенное», ну, несколько устаревшее слово, означает «сокрытое», намеренно «сокрытое». К ней перекрыт доступ человеку, и она попросту не может быть исследована и понята последним, пока тот, в чьей воле открыть ее, не сделает этого. И оказывается, это откровение сокровенной премудрости Божией Господь предусмотрел. Он открывает к ней доступ, однако не всем. И пропуском к ней не служит развитый человеческий интеллект и высокая образованность. Мы на этот счет уже много говорили в ходе наших разборов этого послания. Павел говорит, что Бог предназначил эту премудрость еще до сотворения мира к нашей с вами славе. Зависимость разумения этой премудрости от ее предназначенности тому или иному человеку определяет ее уже как дар Божий, обретение которого обуславливается взаимоотношениями между Богом и данным человеком, но ни в коем случае не личными заслугами и достоинствами последнего. Познание этой премудрости возможно только как откровение свыше, и оно прославляет познавших, но не в глазах этого мира, пока этот мир все еще оперирует своей человеческой мудростью. В глазах не принявшей Христа части человечества это познание славой оно не выглядит. И будет это до тех пор, пока банкротство мудрости мира сего, которое видимо ныне только верующим людям, пока оно не станет очевидным и самому этому миру. И произойдет это во второе пришествие Иисуса Христа, когда вот этот снившийся Навуходоносору истукан постигнет разрушение и полное уничтожение. Само это пришествие Господа, Его возвращение на землю будет катастрофой для мудрости этого мира, крахом для всей атеистической науки. И добавить сюда еще и суд, который Христос совершит над народами. Этот суд Он написал ученикам в беседе на Елеонской горе. В самом конце этой беседы Он уподобил Себя пастырю, который разделил стадо на овец и козлов. Это не суд Белого престола, как некоторые пытаются это утверждать. Для суда Белого престола воскреснут все люди, все грешники, начиная от самого Каина. Суд, о котором говорит Спаситель в 25 главе Евангелия от Матфея, вот это разделение стада на овец и козлов, это будет суд над теми, кого застало на земле второе пришествие, над живущими на земле. Любой Божий суд, когда он совершается над людьми, вызвавшими его необходимость своим поведением, он обнаруживает безумие казавшихся самим себе мудрыми в мире сём. И их глупость, безрассудство, банкротство идеи, которые не руководствовались своей жизнью, она становится очевидной, это все становится очевидно для них, тогда как верным Господу это всегда было очевидно. Итак, тайная и сокровенная Божия премудрость, тем не менее, предполагала свое откровение для определенного числа людей, живущих на земле. Может быть, точнее было бы сказать, для определенной категории, но число тоже подходит. Потому что Бог знает точное число тех, кто его примет. И знал это число еще до сотворения мира. И вот в 8 стихе апостол говорит, что ее, эту премудрость, никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Авторы синодального перевода здесь очень уместно применили глагол «познать». Познание отличается от знания своим превосходством. И это вполне отражает мысль оригинала. В греческом слове там имеется слово «гиноска» или «иноска». Это я немножко тут затрудняюсь с произношением этого слова. Это слово означает просто абсолютное знание.
Знание, подразумевающее не просто стороннее наблюдение и сделанные на его основе выводы, и даже не просто личный какой-то опыт, хотя это очень важно. Это высшая форма знания, которую мы именуем мудростью. Оно подразумевает знание такой степени, что познавший может применить это познание без, свободно, без какой-либо ни было ошибки. То есть познание, которое становится навыком человека, его способностью. Мы когда разбирали 23 главу Евангелия от Матфея, мы говорили о разнице между знанием и мудростью, которую нередко определяют так. Знание знает, а мудрость умеет. Об этом как раз здесь идет речь, о знании, обратившемся в способности. Почему власти этого мира не получили вот этого откровения? Потому что между ними и Божией премудростью стеной стояла их собственная мудрость, мудрость этого мира. Мудрость, которая была призвана удобным образом объяснить им все сущее, все существующее. Стоял их человеческий разум, который находится на службе плоти и который никуда не годен, чтобы исследовать божественную истину. И это все насквозь пропитано, пронизано гордыней. С точки зрения которой отказ от угождения плоти – это безумие. И они не желали отказываться от этого угождения плоти. Один раз живем. Этот лозунг до сих пор, он в силе в мире в этом. Но все-таки об этом греческом понятии знания, или по-нашему познания, которое предполагает развитие способностей. Именно в этом цель учения – привести верующего к способности жить в соответствии с волей Божией. Не просто наполнить его разум знаниями, но помочь ему превратиться в реального и успешного последователя Иисуса Христа. Однако это знание или это учение, которое открывается верующим во Христе, оно представляет из себя более чем наставление в праведности. Более чем наставление, как надо жить, и помощь, чтобы жить так, как надо. Потому что это наставление или внушаемая и прививаемая им праведность, она не есть самоцель, праведность ради праведности. Эта праведность сама имеет определенную цель, для чего она нужна. Знаете, это наставление является дорогой к чему-то высшему и включает в себя способ прохождения этой дороги. Было бы, знаете, даже очень странным учить чему-то человека, проповедовать ограничения его земной природы, то есть плоти, внушать ему необходимость самоотдачи вплоть даже до того, чтобы в какой-то возникшей ситуации даже отдать свою жизнь, если это потребуется, и при этом не объяснить ему, для чего все это ему нужно. Куда это все это его приведет? Поэтому главное в этом учении есть та великая цель, для которой нужна вот эта перемена жизни и последующее совершенствование. Ее апостол называет как суть всего упомянутого откровения, которое назначено уверовавшим во Христа, как главную тайну вот этой сокровенной премудрости, которую не познали власти века сего. И вот с 9 стиха апостол говорит: «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Об этом говорит премудрость Божия тем, для которых она открывается. Что им приготовил Бог? Ради чего важно последовать его учению – во всех его аспектах, включая наставление в праведности. И далее вот с 10 стиха Павел пишет: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». То,
То, что неведомо людям вне познания вот этой Божией премудрости, то нам открыто Духом Бога. И это не просто теоретическое знание, которое отчасти доступно и вообще неверующему человеку. Но он может послушать проповедь о райских обителях, о райском блаженстве для спасенных. Он может прочитать то же самое в Библии или в какой-то другой литературе духовной. Эта часть доступна ему. Это знание обязательно подразумевает личный опыт. Живущий на земле христианин, обретя духа в сердце, переживает, пусть в ограниченном даже объеме, вот то блаженство, которое его ожидает в небе. Это вкушение благодати Божией. По временам ему дается исполниться радостью Духа Святого, испробовав таким образом саму как бы атмосферу небес, в которой он будет пребывать, когда он туда придет. Благодать – это удел верующих во Христа. О таком вот совершенном знании, основанном именно на личном опыте, говорит апостол Павел. И доступ к этому пониманию он открывается только Святым Духом. Высокое развитие интеллекта тут не играет никакой роли. И наоборот, отсутствие светской образованности не поставит этому никакого препятствия. Все зависит от откровения этой Божией премудрости, которая происходит с принятием Святого Духа в сердце. Он приносит человеку это познание, позволяя вкусить благодать. Павел 11-12 стихами поясняет вот эту истину. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа, человека, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Для Духа Божия вообще нет тайн. В том числе, ничто Божие для него не составляет тайны, потому что он и есть Бог. И оказаться посвященным, сокрытое у Бога, человеку невозможно, за исключением только одного случая, когда знающий Божие и проникающий глубины Божией Дух Святой поселяется в этом человеке. Потому что, входя в его сердце, он вовсе не оставляет это знание где-то вне. Он вместе с ним входит туда. И в меру расширения духовности, развития духовности, духовных возможностей такого человека, то есть по мере его духовного роста, он открывает ему божественные тайны. «Мы и приняли Духа от Бога», пишет Павел, «дабы знать дарованное нам от Бога». Если носитель божественной премудрости водворился в наше сердце, то и сокровищница божественного знания, она оказывается доступной нам в меру возможностей нашего духа воспринимать это знание. А эти возможности, они подлежат развитию. И прежде всего Дух Божий посвящает нас в то, что Бог даровал нам, и в полноту обладания, чего мы войдем, когда пройдем этот путь и придем туда в вечность. И Павел далее говорит, мы прочитаем опять с 12 стиха, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Апостол, во-первых, говорит, что проповедь его между совершенными представляет из себя передачу вот этого знания, открытого Духом, что Бог нам приготовил. И, во-вторых, Павел заявляет, что даже слова его проповеди, они исходят от Святого Духа. То есть дело вовсе не обстоит так, что Дух Святой открывает какое-то понимание какой-то истины апостолу, его сотрудникам, а те уже должны в соответствии со своим словарным запасом, образованностью, умственными способностями – должны позаботиться, как словесно оформить данное им знание, то есть как его изложить слушающим. Не так все это было, и не так оно бывает, когда именно Бог посылает своего служителя на какую-то миссию с каким-то словом.
Вспомним вот одно короткое посланничество, записанное в Евангелиях, и которое было совершено двумя апостолами, Петром и Иоанном. Надо было приготовить Пасху. И Спаситель говорит этим двум, куда они должны пойти, к кому они должны обратиться. Но на этом повеление его не завершается. Он еще дал им и слова, которыми они должны были проговорить к хозяину дома. Он сказал: «Пойдите в город такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Это Матфея 26, 18. Почему надо было даже слова продиктовать, какие должны были произнести ученики? Неужели они сами не могли объяснить хозяину, с какой целью они пришли и что хочет Иисус? Мы говорили об этом, когда мы разбирали 26 главу Евангелия от Матфея. С точки зрения человеческой, предприятие это было тогда весьма рискованное. Был уже издан указ от первосвященников, чтобы взять Иисуса, и чтобы всякий, кто знает, где он, доложил бы им, донес бы. И содействие Христу угрожало в таких обстоятельствах очень большими неприятностями, угрожало даже самой жизни содействующему. Содействие Христу вот в этот вечер, оно становилось просто геройским делом, требовавшим самоотверженности. А хозяин дома, а мы тоже об этом говорили, он имел что терять, потому что дом был богат. Мы там разбирали, когда, что собой представлял этот дом. А имея такое богатство, это одновременно означало, что хозяин этот имел и положение в обществе. И хотя он, несомненно, был знаком с Иисусом и, вероятно, считал себя его учеником, ученичество его было, скорее всего, тайным. Потому что иудеи уже сговорились, что кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. А с этим отлучением терялось все. И будь явным учеником, он бы уже не имел этого всего, что он пока еще имел. Таким образом, человеку этому для того, чтобы послужить учителю, надо было преодолеть свой человеческий страх, идя на риск быть осужденным и все это потерять. У тайного ученика нет столько силы и самоотверженности, поэтому он тайный ученик, а не явный. И чтобы он смог преодолеть вот эту боязнь и послужить Христу, очень важно было проговорить к его сердцу, чтобы его дух взял верх над этой смущающейся и трепещущей плотью. А никакое иное слово не может проникнуть так глубоко в человеческую сущность и оказать поддержку еще слабому духу, как Слово Божие. И поэтому Господь и вложил в уста двух своих посланников точные слова, какими они должны были проговорить к нему, произнести именно то, что сказал Иисус Христос, ничего не убавив и ничего не добавив. Слово человеческое могло бы все испортить, усилив только страх и не достигнув сердца. Написано, что они сделали все так, как повелел им Иисус. И результат – приготовили Пасху. Павел знал об этом действии Слова Божия и следовал тому, что Дух Божий влагал в его уста, избегая вот той мудрости человеческой, запас которой у него был, он был образованным человеком. Он был очень осторожен, чтобы не упустить того, что внушает ему Дух Святой, очень внимателен к его голосу и строил свою жизнь и свои отношения с Богом так, чтобы этот голос все время в нем звучал. И чтобы его устами, его апостольскими устами, сам Дух Святой говорил к сердцам слушавших его. Нам всем надо быть внимательными к голосу Духа Святого, когда Он учит нас, обличает, ну и когда посылает на какое-то служение. А посланничество такое не обязательно заключается в какой-то публичной проповеди с обширной аудиторией. Очень-очень часто оно бывает очень кратким, всего несколько слов в личной беседе с человеком. Часто оно может ограничиться вот таким вроде бы небольшим служением. И нам надо заботиться о том, чтобы не только иметь, что сказать, но и как это сказать.
и спросить у Бога слова, и услышать Его голос в своем сердце. И да поможет нам Господь быть верными Ему и в словах, и в делах, чтобы имя Его прославлялось среди этого мира, который Его не знает. Аминь. Давайте помолимся. Наш Бог, наш Спаситель, слава Тебе, Господи, Боже милостивый. Ты взыскал нас среди этого мира, Ты вывел нас на путь Твой, Ты даровал нам, Господи, небесное наследие, и Ты ведешь нас к Нему. Благослови нас, Господи, внимать Твоим словам, благослови нас слышать их, когда Ты их говоришь в нашем сердце, и благослови служить Тебе так, как Ты велишь, и нести Твое Слово так, как Ты его произнес. Сохрани нас, Господи, от всяких недоразумений, от падений в искушениях, от заблуждений, которых много в этом мире. Сохрани, Господи, Боже, нас и соблюди в руках Твоих, чтобы истина Твоя была в нашем сердце. Благослови нас, а мы прославим Тебя, нашего вечного Бога. Аминь.